Веня, булочку хочешь? Да, вот он ты. Я тебя ждала с другой стороны. Ты не потеряешься. Булочку хочешь, да? Хочешь булочку? Веня, Булочкин хочет булочку. С любого места скажи, выйду. Мне только булочку предложите, да? Этот кот не потеряется. Веня, Булочкин! Веня! Иди булочку дам! Ты пупся. Да, ты пупся. Веня! То есть Веню надо звать только с кухни. Вот я позвала его из другой комнаты, он не придет. Поэтому Веню надо искать на кухне. Проверяем эту версию. Веня! Веня! Да, скажи, меня не проведешь, я только на кухню прихожу.